Это дядин Сережин Инстаграм. Кто не подписан, тот... Ой, черт возьми. Ну, а это Даша у меня стоит. Даша, кстати, тоже есть в Инстаграме. Вот она. Так, 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 так. Оп. Диана, мне толстые пальцы не нажать. Есть? Ты выделился. Так. Что у нас тут? Сгущенка. Вместо сгущенка. Здорово, друзья, здорово. Это дядя Сережа. И знаете, что я делаю? Вы даже не можете догадаться, что я могу сейчас сделать. Давайте я намажу вот это. Давай. Даша самая красивая была на соревновании. Даша просто красотка. Даша просто красотка. Ничего себе, 650 уже людей в перископе. Опа. Я ем. Я заряжаюсь энергией перед боем. Ну, короче, должен набрать до 150 килограмм, чтобы завалить его массой. Я тебя уйду тогда. Что, ты уйдешь от меня? Да. Даже когда уйдет, если я останусь 150 килограмм есть. Так. Ну ладно, друзья, оказывается, меня сегодня днем... Пока ты счастливый, понял. Пока я ходил там, брал дурацкие вопросы, задавал на ФВСКК. Меня вызвали на бой. Что происходит вообще? И бой, вызов был брошен Игорем Гостюниным. Он сказал, что жру булку. Это так, блин, это так смешно выглядит. Короче, в чем Передам Дашуль. А если, может, ты провинился как-то перед Игорьком? Говорю, что такое? В чем я провинился? В чем блогер в комнатушке своей, катающий на самокате по кругу, комнатушке маленькой такой, что задеваю, блин, этот, плечами стены, мог так провиниться? Что ты вызываешь его на бой. Короче, дядя Сережа... Дядя Сережа недоволен. У меня нет сгущенки на зубах. А то я не брутально выгляжу. Блин, у меня такое дурацкое лицо большое. Давай я тебя подержу вот так. И что, так я буду лучше? Скуластый какой, смотри, красавчик. Ну чё? Ладно, что надо сказать? Надо сказать про ответочку. Надо же соглашаться, либо не соглашаться на этот прекраснейший бой, который произойдет 1 мая, в День Победы. День Победы 1 мая. Ну ладно, друзья. Что могу сказать по этому поводу? Спасибо, что они что-нибудь посоветуют тебе. Да, друзья, что вы мне можете? Как мне выйти из прекраснейшей ситуации? Он же тебя убьет. Он же убьет меня. Блогера. Блогера. Никчемного. Я же вдовой останусь. Человек-бизнесмен. Сейчас снимаешь мой портрет там. Человек-бизнесмен — это я, блин, ну там, не знаю, мелкий... Сошка. Ну, сошка. Блогерушка. Человек серьезный. Слов на ветер не бросает. Вот, друзья, что я могу сказать? С горком последнее время творится какая-то хрень. По поводу битвы за порошков, ну, мне кажется, это очень глупо. Может быть, это не за порошков все. Может быть, я просто такой красавчик, что я затмеваю, блин, эстака. Ну ладно. И что хотел сказать? Ты так, не надо двигаться. Подожди, мне рука затекает еще. Да? Ну, давай я подержу. Вот. По этому поводу. Что, надо все-таки договорить, да? Игорь бросил вызов, перчаткой практически кинул в меня, как в средневековье. Так что дядя Сережа видит, какой здесь выход из этой ситуации. Бежать. Бежать бегом, блин, без оглядки. В сланцы ехать и прятаться, как мне тут заявили, что я прячусь от него. Вот.
Я не вижу какого-то смысла, я уже в выигрыше. У меня есть прекрасная девочка. Мне банки особо не нужны. Никакие, если в качестве выигрыша мне хотят их предоставить. Вот. Но, к примеру, если мне сбашляют 1 000 000 рублей, то на подготовку-то. Я же должен подготовиться. Человек-то серьезный. Бизнесмен, суровый. На карточку мне кинут. То я с радостью выйду. Я отстаю в честь блогеров всех. Всех в честь за Цацулина будут. А чего Цацулина не вызвал? Транспарантом. Цацулин не его весовой категории. Ну и что? Цацулин набирает до 107 и выходи. И будем выходить втроем. На самом деле, что он так? Только тебя вызвал. У нас фотосессия скоро. У нас, понимаешь, у нас фотосессия. Мы же будем там. Ну, с красивыми должны быть, тем более в мае. Тем более вот только-только Ларионов подошел к нам. Ну, Ларионов уже подошел. Как я могу теперь подписаться на бой? Вот ты шутки шутишь. Ну. А он тебя убьет. Опасно, опасно. На самом деле, вообще мы за мир во всем мире. А ты можешь давно за как модно. А что, ты съел мою булку? Приз в день не удал. Опять такой скандал опять с этой булкой. Я не могу, вообще кошмар. Я могу хоть что-то скушать? Ну съешь эту булку. У тебя соревнования были, да, когда-то? Где булка? Зайка съела твою булку. Меня такая... Зайка все съела. Ну такая красивая девочка. Я не хочу... Быть страшным мальчиком. Не хочу быть тоже с ней красивым мальчиком. Вот. Вместе. И особо мотивации-то никакой нет. Какая мотивация? Что мне за каждый... Вот я похренососил хондроксид максимум. Что мне теперь идти с... Кокляевым? С Кокляевым на бой выходить. А ты представляешь, не дай бог тебя все вызывать начнут на этот бой. Ну, кого я только не обосрал уже. Серёж, тебе надо уходить, завязывать блогерством. О, Дубинин сегодня был недоволен мной тоже. Что мне теперь с ним на бой выходить, что ли? Так что, друзья, такие дела. Спасибо, ребят, может, тебе стоит завязать блогерством? Может, мне стоит завязать блогерством и извиниться перед Energy Diet и что сделать? И уйти от Даши. На самокате. Уехать на самокате в свою комнату. И жить там, наслаждаться в своей комнате. Показывать ее, снимать на, не знаю, на камеру. Ну эту Дашу вообще, не проблема. Ой, Даша моя просто прелесть. Так что такие дела. А что пишут они? Ой, да не знаю, что-то пишут какие-то комментарии. Надо потом будет почитать, пересмотреть. Так что, такие... Да подведи итог, да. Чего первого мая это будет? Фотосессия или битва у тебя будет? Но если забашляют мне денег на карточку, я с радостью бы вышел. Поулыбался на сцене. Я же люблю сцену. А ты меня возьмешь с собой? Да. А как твои нервы переживут этот бой? Буду плакать стоять. Или ты будешь кричать мне, Серега, давай, дави. Ребят, на самом деле, ну, я обязательно съезжу. Они, ну, я не знаю, кто там победит, мне плевать, я потом перископ включу, короче, вместе поржем. На как 2 куска мяса будут... Драться из-за Energy Diet. Махаться из-за соевого порошка. Так что, друзья, вот такие я вижу тут варианты. А так-то что, какой стимул? Никакого. Чем мне? У меня репутация отличная, практически. Чуть-чуть такая подгажная. Я ей... Опять я тебя обнимаю. Мне ее устану. Давай я тебя теперь буду обнимать. Давай, все. Как-то неудобно. Давай садись. Оп. Вот такие дела. Чистая банка здоровая такая. Вот дела. Что они пишут, ты хоть почитай. Дела. Да, дела. Ой, Макнагер, чё, совсем опустился, кто вызвал-то с Дашей вместе побить? Неповоротливые качки, сиси, банка огонь. Ой. Это мои, наверное, смотри. А, да. Да, твои это не видно вообще. У меня их и нет. Да, ещё. Ну ладно. Даша, привет.
Давай, Даша, привет. Почитай, почитай, да, а то что такая быстрая будет эта штука. Интересно будет смотреть. Думаешь? Ну, да. Это же ответочка. Мне мама смотрит с папой. Че долго? Маме с папой привет. Расскажи, что мы с ВСКК делали. Мы с Дашей ходили в ВСКК сегодня. Часиком к 3. Может быть, даже позже приперлись. К 2, по-моему. Или к 2. Вот. Там выступали цыплята, там выступали физикчики, но мы их не увидели никого. Да. И еще что? Еще что? А, дядя Сережа походил, повыпрашивал контракты, точнее, пообсуждал. Точнее, ему предлагали, а он обсуждал. Дядя Сережа рожа такая уже знаменитая, ему предлагают то одно, то другое, то третье. Все говорили, что мы очень прекрасно смотримся с Дашенькой, потому что мы два красавчика. Да? Да. Только не делись. Не делись. Вот им только дай подраться всем, а, этим парням. Девчонки, что скажете? Если кто-нибудь смотрит, девчонки. Сережку Мирон. А я, кстати, тоже порекомендовал. Да? Только подраться бы им, еще и придумали из-за какого-то порошка драться. Ну. Ну, серьезно. Взрослые люди, а? Взрослые, взрослые люди. Серьезные. Может быть, партийку в шахматы? Ты, кстати, как в шахматы играешь. Ладно, тогда не надо. Я нормально играю. Нормально? Нормально играю. Ну, так вот, да. Так? Красавчик. Видишь, когда смотри, у меня как-то подбородок тоже так, все худенько так. О, какой брутой. Может, мне так второй подбородок вырастает, если сильно закладится. Всему должна быть... Всему должна быть скамейка. Да. Такие дела. Ой-ой-ой. Вот. Так. На самом деле, если честно, скоро лето. Серьезно? Мне сегодня прям логические эти завершения, да. Скоро мы будем есть пельмени. Скоро мы будем есть пельмени. Кстати, кто-нибудь на Псков едет, ребят? No. Пишите, кто поедет на Псков. Скажи, Сереж, ты едешь на Псков? Я еду на Псков. Значит, я тоже еду на Псков. Ну, Даша, едем на Псков через 2 недели. Ну, Даша, смех забавный. На нас сделали пародию. На BBC, бат. Ну, и мы поржали. Так что у нас, кстати, еще тоже конкурс там на пародию. Мы 2 недельки дали. Как раз к Пскову уже будет разыграно. Надо будет сделать пародию на нас какую-нибудь веселую. А чем прислать чем-то? Течение прислали? Ни хрена не присылали. Вот, блин. И мы будем, короче, разыгрывать что? Кучу спортпита, наверное, какого-то. Да. Ништяки, может быть, что-нибудь придумали. Ну, короче, нормально будет. Протеинчика там, БЦАшчик. Вот. И что, может, еще что-нибудь. Короче, нормальный приз. Не это самое. А у нас есть теперь джемы халявные. У нас вообще все четко. Вот халявные джемы. Где? Походу, кто-то ел тут еще. Не я. Это зайка все съела. Ты безуглеводный же. О, ты ж. Вот так у тебя будет рука большая. Здорово. О, а тут... зачем ты такую мне руку сделал? Потому что у меня устало плечо. А, ну давай я так подержу. Да, ты подержишь. Так. Ну, че еще? А почему как-то раньше не держали ничего, но нормально было? Не держали? У-у. Блин, не знаю, встает, наверное, рука у нас. Так нет, мы это как-то раньше не держали, а то, что мы ели. Мы что-то вешали. Или ставили. Вот почитаем, давай ребята пишут там. Ой, держи камеру. Ребята пишут, а мы даже не читаем. Почитай, Сереженька, что они пишут. Так, ну что вы пишете у нас? Не, я не соскирую. Ты думаешь? Черт. Поднимай себе поближе к себе чуть-чуть. Вот так. В сторону? Чуть-чуть на себя, да. Ну, отлично. Ты что, перископ смотреть? Так, Серега, ты хлеб еде намазывал. Так. Растительный ПХТ, ПХТ. Ну что, ПХТ? После курсовой терапии. О, нормальное мясо вяленое. Крабик все сожрал мясо. Не знаю, какое оно. Дарья, не прикрывай красоту. И что? Федерация выпьет меня за эту красоту. О, ну да. Не могут.
Так. Ну что, друзья, скажете-то? Скажите что-нибудь хорошего на минуточек 5. Мы читаем ваши комментарии, может, поотвечаем на что-нибудь. Что, надо везде как? Самая красивая фитнес-пара России поотвечает вам. Когда свадьба интересует? Улыбаемся, Маша. Улыбаемся и делаем вид, что не видели этот вопрос. Даша у меня сказочная, спасибо. Она просто красотка. Сегодня я ее немножечко расстроил. Немножечко ее расстроил, она немножечко на меня расстроилась. Я орала и материлась, ну как обычно, классика жанра, девчонки. Не, мы спокойно говорили. Спокойно поговорим. Так, ребята снимают интересные трансляции. Это кто говорит? Это надо к нему подписать. Ты не успеваешь читать? Берешь миллион за 15 тысяч, покупаешь гостиную, на бой выигран. Берешь миллион за 15 тысяч. О, ну, на самом деле это все отчасти шуточки и отчасти тоже серьезно. Че, блин, бизнесмен, че у него, блин, миллион рублей, че такое вообще, копейки? Это сколько сейчас в долларах? Там 10, ну там чуть больше тысяч долларов, это смешные ж бабки. А для тебя же на подготовку, возьмет хорошего тренера себе, будет в зал ходить на скакалочки. Ну, зовут Хабаровск, а ты не читаешь. В Хабаровск поехать? Да. Куда нас еще, позовите нас куда-нибудь. Лучше все-таки в теплую сторону в какую-нибудь. Типа Таиланд. Ну, может быть, поближе, кто-нибудь хочет нас в Европу кому-нибудь позвать. Может быть... Ну, в русские города там. Может, в баньку просто сходим. Кому-нибудь. Потеплее. В Байкал, в Прагу. О, в Прагу. В Прагу поедем, да. Мы поедем в Прагу. Мы скоро поедем в Прагу. Мы скоро поедем в Прагу, так что в Праге нас ждите. С чем? С пражскими пирогами. И гашлыком. И с пачули. Ты думаешь, они тоже поедут в Прагу? Кто их спросит? О, чё? Алматы, чё? Смотри. В Узбекистане тепло. Крым. В Узбекистане. В Узбекистане, наверное, тоже, кстати, прикольно. Вот так смеешься. В Таллин нас позвали. Таллин можно. Смотри, везде нас ждут. Какие эффектные. Упражнения на грудные мышцы. Я не делаю упражнения на грудные мышцы. Мари Ман. Привет из холодного Нью-Джерси. Вы с Дашей пара, что ли? Серёж, что-то я не поняла. Даша. Мы что, с тобой пара? Оказалось. Это так называется? Ну. Да. Такие дела. Мы с Сережей живем вместе уже. Сколько времени? Уже очень давно. Давно. Уже столько не живу. Месяца 4. Так, видел девку на этом заборку, потому что у нее ногти больше, чем. Интересная информация очень. Непонятно. Нужно. Дагестан. ЦСКА проиграл. Печально. Печально, да. Наверное. Красавца, четкая всем пара. Видос. Все, что ли? У вас все серьезно или как обычно? А че шарики у себя спрашивают? У нас все очень серьезно. Ну, как обычно. Все серьезно, как обычно. Шарики висят еще с моего дня рождения. У Сереженьки было 8 марта день рождения, он приехал в Таиланд. Я приехал 8 марта к Даше. У него был день рождения 8 марта. С своего дня рождения я ехал... Даша! Даша делать себе подарок. А, если бы не Серега, я бы Дарье забрал. На-ка, выкуси. На-ка, выкуси. Ну, ничего себе, у меня банка такая здоровая будет. Офигеть. В сравнении с твоей. Привет, Якутин. Ну что, никого нет, что ли, блин, из Испании или откуда еще там, в Праге? Кто в Праге там? Много народу, интересно, будет в Прагу. В Прагу по-любому поедем. Поедем в Прагу, в Италию, наверное, поедем. В Испанию поедем. В Испанию, наверное, поедем. Останемся в Испании, будем там картошку сажать. Ананас продавать, ты сказал вчера. В Испании вряд ли будет. В Испании можем клубнику выращивать. В Испании мы будем выращивать что-нибудь. Длинные руки растут плохо у человека. Вы хоть знали, где Якутия? Конечно, да. Якутия в Якутии. Ну, в Якутии, а где-то... Так. Я из Израиля, но вас не приглашаю. Спасибо, друг. Спасибо. Когда в Прагу?
Не знаю, на самом деле. Может быть... Завтра может. Может, весной поедем, вот. В мае. Даже надо выступить. Часа первого. Набрать кубку. Поехали в Прагу 29 апреля. Надо 1 000 000 собрать сначала. Денег нет, ребята, на Прагу. Так бы завтра. Сейчас. Сейчас на бомбе, на самокате. О, так. Ну ладно. Когда свадьба, все интересуются. Надо сделать предложение в перископе. Но вы уезжаете. В Екатеринбург на Кубок Тишенькина мы не успеем. Мы поедем на Псков, ребят. Давайте с нами. О, мы же это самое хотели это нарулить. Спросите, кто там в Пскове. Кто там в Пскове? Надо делать в этом. В Инстаграме спросить. Мало народ посмотрит. Тан-тан-тан. Тан-тан-тан. Нет, ничего. Секс тайм пишет. А, все, уходим. Так, привет, ты тренировал моего брата Влада на Пхукете, я его сестра. Привет. Привет. Что за сестра? Что за Влад? Влад, наверное, с этого. Ребятки, у нас последний денек вкусняшек, на самом деле. Не дейс. У нас вот. Это что такое? Будет думать, что это такое. Белок. Ну что это? Что сказать, что это? Генетик Клаб. Это протеин. Протеин от генетика. Протеинчик. Санни Дейс. Все верно. Санни Дейс смотрит. Привет вам. Так. Так, в Липецк. 15 числа соревнования. Ну, на 16-го в Обскове соревнования. Тебя поздравляет. Спасибо, с чем это вы меня поздравляете? Ну, наверное, с твоим... Бутербродиком. Ой. Ты первый. Ты первый кусишь? Понятно, конечно, могу поздравить. Да. Скажите, кому первым кусать? Да, конечно, они сейчас скажут тебе, ты что, перископ? Камень, ножницы. На меня смотри. Камень, ножницы. Три. Черт. Давай, корми меня, корми. Ты давай, подожди. Где посуше. Поменьше. Букву стой мне давай. Ну да. Ну ладно. Еще пробуем рассказывать. Смотри, как будешь получается вот так. Я один раз кусил, да. Что это? Ой. Это энергия. Это энергия. Друзья, это энергия. Это вкусная, вкусная штука. Блин, еще мы затянули перископ. Надо будет по новой, наверное, его открыть, когда мы будем есть пельмени уже. Ну давай, это типа того, что ты Игорю послал, да, ответ? Игорь, Сережа сказал? Шли бабки. Нам надо в Прагу, Игорь. Ты, ну что, в гости пусть приходят. Пообщаемся тут без перископа. Гости? Да, ну что, гости было. С Энерджи, диеты свои. Халявных этих. С Сатулиным. И с камерой. Всех приглашаем. С Ксюшкой еще пусть приходит. Всех пригласим. Да. Короче, Ксюшка. Ксюшка счастливая, которая. Которая терпеть не любит блондинов. Дай дала, замуж не пошла. Ой. Ой. Ну ладно, что, друзья. Все, ставьте больше голубых сердечек. Розовых тоже. Давайте, жмите. Ну что, пельмени увидимся с ними? Увидимся с вами чуть попозже, когда мы будем есть что, пельмеши. Кто-нибудь хочет с нами поесть пельмеши? В принципе, все. Так что, радуйте дядю Сережу большим пальцем, подписывайтесь на Инстаграм. Мой, Дашин. Что, на мой канал на YouTube. И... Может переписать, все покороче сделать? Да нормально все. Да не, ну реально будет, что он будет сидеть с тебя спать. Да там на начало будет сразу понятно, потом уже будет. Да что, мне порой скидывают, блин, его 40-минутную хрень. И говорит, и не скидывают мне никаких минут, где смотреть. Все, все, мир. Черт, толстый пальцы. Ha ha ha.